Согласно учению буддизма, человек состоит из виджана, бесформенное сознание, манас, нематериальный ум, и кайя, материальное тело. На первый взгляд выглядит довольно-таки все просто. Человек состоит из трех составляющих. Но сложность возникает в том, чтобы понять суть каждой составляющей. Давайте сейчас более подробно рассмотрим каждую из этих составляющих. Бесформенное сознание, виджняна. Философия буддизма отвергает понятие души как духовную субстанцию, которая содержит в себе личностные качества или личность человека. Буддисты считают, что человек не имеет духовные личные составляющие, которая бессмертна и которая после физической смерти человека переходит в духовный мир, и которая содержит в себе личность человека с памятью, с характером, эмоциями, размышлениями, взглядами. Концепция бессмертной души в буддизме заменяется концепцией непрерывного потока сознания, которая называется виджана. Виджана – это сознание, которое не имеет физической или духовной формы. Я подготовил схему, с помощью которой мы постараемся лучше понять значение виджана. Следует отметить, что виджана не является коллективным сознанием, но существует множество сознаний, которые воплощаются в разные тела. На этой схеме мы с вами видим кружочки, которые символизируют физические или духовные тела, в которые поочередно воплощалось сознание, то есть виджняна, и проживало определенные отрезки жизни в этих телах. Виджняна прожила в физическом теле под номером 1. После физической смерти этого тела сознание перешло в тело под цифрой номер 2. Затем в тело под цифрой номер 3, потом под цифрой номер 4 и так далее. Здесь следует отметить важный момент. Переход в следующее тело является не переселением до личности, а продолжение жизни сознания. Другими словами, переселения нет, есть просто непрерывная жизнь в разных телах. Вот эта вот непрерывная жизнь сознания в разных телах и называется виджана. Замечу еще такой очень интересный момент. Проживая в разных телах, виджана, то есть сознание, проходя через разные обстоятельства жизни, делая какой-то свой выбор, либо хороший, либо плохой, приобретает определенные характерные черты, склонности от предыдущих состояний жизни. Таким образом, джана, сознание, аккумулирует или накопляет в себя эти характерные черты и переносит в следующее тело, в котором проживает свой отрезок жизни, при этом не содержа в себе личностные качества. Итак, подведем с вами итог. Ведь джана – это не личность, которая выражается в виде духовной субстанции, переселяющейся из одного тела в другое. Но это бесконечная жизнь сознания в разных телах. Но возникает вопрос, кто является творцом сознания? Или есть ли начальная точка, когда сознание начало быть? Будда учил, что первого момента начала существования того или иного сознания найти невозможно. Другими словами, буддизм затрудняется ответить о том, когда все начало быть. Есть просто предположение Будды, что это существовало вечно, не имеет ни начала, ни конца. Отсюда и делается следующий вывод, что не было никакого акта творения великим Богом. О том, как образовалась Вселенная и произошел человек, мы поговорим в следующей части. Маха-кальпа. Мировой цикл от возникновения мира до его разрушения. Маха-кальпа. Так называется отрезок времени, в течение которого, согласно буддийского учения, существует Вселенная.
Махакальпа примерно составляет около 4 миллиардов лет. Махакальпа, или если перевести на наш язык «великая кальпа», делится на 4 обыкновенных кальпы. 4 кальпы – это 4 периода времени, в которых происходили определенные эволюционные процессы во Вселенной. Первая кальпа – это период времени, в течение которого зарождаются галактики, планеты, светилы и окончательно сформировываются. Вторая кальпа – это период времени, в течение которого существа заселяют образованную Вселенную и проживают на ней свой период жизни. Третья кальпа – это период времени, в течение которого Вселенная начинает разрушаться и уничтожаться. И, наконец, четвертая кальпа – это период времени, который наступает после разрушения мира, и в этот период времени ничего нет, кроме пустоты. Таким образом, 4 кальпы составляют Махакальпа. И после того, как оканчивается первая Махакальпа, первый цикл существования Вселенной, наступает вторая Махакальпа. Затем третья, четвертая, пятая, и так происходит бесконечное количество раз. Махакальпа относится к физическому миру. Но помимо физического мира, согласно учению буддизма, есть еще мир лучезарных девов, который не подвержен цикличности разрушения и нового формирования, но существует вечно. Когда заканчивается формироваться Вселенная, то есть физический мир, это первая кальпа, все существа из мира лучезарных девов переходят в физический мир, в начало второй кальпы. После того, как вторая кальпа заканчивается и начинается третья кальпа, а это есть период разрушения, в это время все существа переходят или переселяются в мир лучезарных девов. И здесь есть еще один очень интересный момент. Давайте вернемся с вами немножко назад, в период первой кальпы, когда образовался физический мир. Первое существо из мира лучезарных девов, которое приходит в физический мир в начале второй кальпы, по своему неведению начинает считать себя Творцом Вселенной, всемогущим Богом, правителем этого мира. А следующие существа из мира лучезарных девов, которые также приходят, начинают ошибочно считать, что их создал это первое существо и называет его великим Брахмой. Будда утверждает, что нету всемогущего Бога-творца. Кроме того, бесполезно молиться богам или одному Богу, поскольку нет существа, которое обладало бы всемогуществом. Поэтому нет существа, которое могло бы спасти кого-либо от бесконечной круговерти рождений и смертей. Но каждый должен самостоятельно найти путь, через который человек может освободиться от страданий. Как образуются люди? Когда существа из мира лучезарных девов перерождаются в физический мир в начале второй кальпы, они имеют сияющие тела, способны передвигаться по воздуху без механической помощи и живут около 8400 лет. Но со временем они приобретают вкус к физической пище, и по мере вот освоения этого физического мира их тела становятся тяжелее и все более похожие на человеческие. Со временем они утрачивают способность сиять, летать, и продолжительность жизни их сокращается до 100 лет. Они начинают приобретать различия во внешности, половые различия. Между ними возникает жадность, воровство, насилие. Таким образом, они становятся теми людьми, которые сейчас живут на Земле и попадают в круговорот рождения и смерти. Материальное тело – следующая часть составляющих человека согласно учению буддизма. Следует отметить, что человек – это не конечная инстанция жизни в буддизме. Помимо человека есть и другие формы жизни, в которые может вселяться бесформенное сознание и проживать свой период жизни. Согласно учению буддизма, живое существо, или другими словами, бесформенное сознание,
может переродиться в тело человека или тело животного, или в тело дева, асура или прета. Девы – это существа, которые обладают божественной природой и, следовательно, имеют большое могущество, намного дольше живут и имеют высшую степень удовлетворения жизни. Асуры – это также божества, но только низшего порядка. Они также называются демонами или титанами, проявляют гнев, гордость, воинственность и хвастовство. Преты – это существа, которые также называются призраками. Но понятие призрака в учении буддизма намного отличается, чем в других религиях. Поэтому преты всегда имеют жажду, голод и никак не могут насытиться. По этой причине преты испытывают страдания и мучения. Нараки – это существа, которые подвержены самым тяжелым страданиям и мучениям. Им свойственна злость, ненавистное отношение ко всему сущему. Все эти типы жизни – человек, животное, дева, асур, прет, нарака находится в мире сансары. Сансара – круговорот рождения и смерти. Когда бесформенное сознание попадает в мир сансары, оно может переродиться в теле человека. Прожив в теле человека земную жизнь, после может переродиться в тело дева, потом в тело асура, животного, нарака или прета. И таким образом круговорот этих перерождений может быть бесконечным, пока бесформенное сознание виджана не освободится от сансары и не перейдет в нирвану. Следует понимать, что перерождается в другие тела не личность человека, а вечное сознание. В какие тела перерождаться определяет карма, кармический закон. За высшую степень злых дел карма может направить переродиться в тело нарака или прета, там, где находится высшая степень страданий и мучений. За среднюю степень злых дел карма может направить сознание переродиться либо в тело животного, либо тело человека. За меньшую степень злых дел карма направляет в тела девов или асуров, там, где самая меньшая степень страданий. Только находясь в теле человека, бесформенное сознание имеет самые большие шансы освободиться от сансары и перейти в нирвану. Проживая жизнь в разных телах и находясь в сансаре, существа также могут находиться в трех сферах. Сферы находятся не в каком-то физическом месте, а относятся к типу мышления. Согласно учению буддизма, есть три сферы. Это сфера чувственного, сфера форм и сфера отсутствия форм. Сейчас мы разберем более подробнее. В сфере чувственного находятся существа, которые пребывают во власти страстей, желаний и эмоций. Их постоянно мучают стремления к ублажению и наслаждению своих органов чувств. Поэтому они погружены в страдания, имеют физические тела и половые различия. В сфере форм находятся существа, обладающие телом, но при этом они погружены в состояние глубокой медитации и концентрации. Они выше эмоций, чувств, страстей, желаний, поэтому не погружаются в удовольствие и не страдают от боли. Их не мучают стремление к наслаждению для своих органов чувств. Их тела не имеют половых различий и сделаны из особой тонкой субстанции, которая невидима обитателям сферы чувственного. В сфере отсутствия форм находятся существа, уже лишенные физического тела, но сознание которых пребывает на том же уровне восприятия, что и у людей, погруженных в глубокую медитацию. Эта сфера не находится нигде в физическом мире, и ни одно из существ не имеет конкретного места. Манас – нематериальный ум. Манас является составляющей человека согласно учению буддизма и переводится как «нематериальный ум». Когда бесформенное сознание переселяется в физическое тело человека, в человеке возникает два сознания.
индивидуальное сознание, или его еще называют эмпирическим сознанием, и универсальное сознание, которое является виджняной. Индивидуальное сознание – это есть способность человека видеть, слышать, ощущать, чувствовать все, с чем он соприкасается в этом физическом мире. Ранее мы говорили более подробнее о виджняне, универсальном сознании. Мы не будем сейчас повторяться об этом. Единственное, что я хочу заметить, что универсальное сознание виджняна несет в себе весь опыт прожитых жизней в разных воплощениях. Так вот, при воплощении универсального сознания в человека возникает также и манас, нематериальный ум. Манас является связующим звеном, который связывает индивидуальное сознание и универсальное сознание. Манас получает информацию о восприятии мира через индивидуальное сознание. Манас осмысливает эту информацию, делает какой-то свой определенный выбор. В какой-то степени манас является также личностью человека, содержит в себе качество характера. И в то же время манас связан с универсальным сознанием. Манас также получает от универсального сознания информацию, которая содержит определенную часть опыта прожитых жизней. Это не значит, что манас получает память о прожитых жизнях, но какую-то информацию, связанную с предпочтениями, с понятиями, с наклонностями. И с другой стороны, манас также формирует тоже информацию, полученную от индивидуального сознания, и передает универсальному сознанию. Тем самым, проживая жизнь в человеческом теле, давая универсальному сознанию восприять тоже определенный опыт из этой жизни. Таким образом, через манас виджняна получает опыт жизни в физическом теле. И после смерти физического тела виджняна несет этот опыт дальше, в другое тело, в другое перевоплощение. Когда наступает физическая смерть, тело человека, распадаясь, уничтожается. Перестает существовать индивидуальное сознание, и вместе с ним перестает существовать и манас, нематериальный ум. А виджняна переселяется в следующее тело согласно кармического закона. Заключение. Итак, давайте теперь подведем итог и очень кратко сформулируем основные значения составляющих человека согласно учению буддизма. Первая составляющая – виджняна, бесформенное сознание. Бесформенное сознание характеризуется тем, что не является духовной личностью, бессмертной душой или духом, но является непрерывным потоком сознания, уподобляясь реке, и проживает жизни, перевоплощаясь в разные тела согласно кармического закона. Виджняна не имеет физической или духовной формы, но уподобляется информацией. Виджняна не является также коллективным сознанием, но имеет свою индивидуальность, содержит в себе опыт прожитых жизней в разных телах. Следующая составляющая – это кайя, материальное тело. Человек имеет материальное, или другими словами, физическое тело. Физическое тело человека – это всего лишь одно из множества тел в сансаре, в которых перерождается универсальное сознание – виджняна. В сансаре есть следующие типы материальных тел. Это дева, это асур, человек, животное, прет, нарака. Следует отметить здесь такой интересный момент, что эти тела состоят из разных типов материи. Например, тело человека и животного состоит из физической земной материи, а тело дева или асура – из уточненной, невидимой человеческому глазу материи. Следующая составляющая человека – манас, нематериальный ум. Манас образуется в момент перевоплощения универсального сознания виджняны в очередное материальное тело. Манас имеет важное значение, потому что является связующим звеном в теле человека между универсальным сознанием и индивидуально-эмпирическим сознанием. Также следует отметить, что манас
в себе содержит личностные качества человека, такие как черты характера, темперамент, склонности, предпочтения. Манас является центром принятия решения, где человек решает, что выбрать, что сделать и что осуществить. После физической смерти человека манас перестает существовать. Итак, мы с вами закончили рассматривать учение буддизма о составляющих человека. Каждый из нас может сделать свои личные выводы, конечно. Лично мне сложно согласиться с таким учением, но эта тема уже для другой передачи. Сиддхартха Гаутама, или другими словами Будда, основатель буддизма, был очень уверен в истинности своих взглядов и в своем учении. И однажды он сказал следующее: «Все вы идете к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас».